Многоквартирные дома и социальные учреждения Самары полностью готовы к отопительному сезону. Как только среднесуточная температура на улице установится на уровне 8 градусов, тепло будет подано в квартиры. Сегодня состояние жилищно-коммунального хозяйства стало темой номер один на совещании в городской администрации. Летние кампании по подготовке к зиме финишируют в плановом режиме. Выполнены все необходимые работы по внутридомовым инженерным системам и проведены гидравлические испытания и промывка 100%. Документарная готовность. Практически повсеместно завершаются работы по замене теплотрасс. На месте недавних раскопок проводится благоустройство, а таких точек на карте города немало. В этом году переложили рекордный километраж тепловых магистралей. По подключению у нас детские сады Елена Борисовна, с вас заявка. Подключение стационара больницы сразу на главных врачей, там, где стационары, глав внутригородских районов, обзвоните всех своих главных врачей, пусть подают заявку на подключение тепла. Параллельно городские власти решают другой социально значимый вопрос – обеспечение жильем воспитанников детских домов и интернатов. В этом году 164 выпускника сиротских учреждений отметят новоселье, переехав в теплые благоустроенные квартиры. Из бюджета Самарской области 265 миллионов рублей на приобретение 164 квартир для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ближайшие 10 дней фактически у нас должна быть обеспечена 100% контрактация по тому объему денежных средств, которые нам были доведены из вышестоящего бюджета. И сроки, планируемые нами получения этих квартир с чистовым ремонтом от застройщика, это до конца октября. В Самаре начали работать ярмарки выходного дня. Хорошие подспорья для горожан. Продукты без посреднической накрутки можно приобрести на площадках в Красноглинском и Ленинском районах. На муниципальных ярмарках представлены все товарные группы и виды продукции. Используются унифицированные меловые ценники, а также единообразные бейджи, информационные таблички и фартуки для продавцов с логотипом муниципального предприятия «Ярмарки Самара». Ярмарки работают в пятницу, субботу и воскресенье с 8 до 18 часов. Их посещают порядка 2000 человек за день. Олег Зверев, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.